Нынешнее поколение Hyundai Solaris вышло на рынок ровно 3 года назад. Оно продолжает пользоваться популярностью среди россиян, однако статус бестселлера у седана увела Крета. То, что обновление модели запланировано на начало 2020 года, было известно давно. Неясно было лишь, каким будет обновленный Solaris. Прошлой осенью в Китае пережил рестайлинг-близнец нашего седана – Hyundai Verna. Китайская модель сильно изменилась внешне и отличается низким носом капота, трехмерной решеткой радиатора и большими светодиодными фарами. Сзади появились совсем другие фонари, а в салоне — виртуальная панель приборов и крупный экран медиасистемы. Однако российский Solaris оказался скромнее. Судя по первым официальным фотографиям, перерисованы бамперы, решетка, а оптика, похоже, стала диодной. Оформление салона в целом прежнее, но увеличенный тачскрин по центру панели теперь немного возвышается над ней. Другие подробности будут раскрыты 18 февраля на полноценной презентации в Санкт-Петербурге. Прошлым летом Hyundai представила маленький паркетник Venue для США и Индии. У него несколько моторов, включая дизель, но привод строго передний. Хотя для тяжелых дорожных условий есть режим, меняющий настройки противобуксовочной системы. Вскоре на базе этой модели появится близнец. Будущий Kia Sonet для рынка Индии по формату и технике ничем не отличается от Venue. Правда, у Sonet свой собственный кузов, но длина такая же. Из-за индийских особенностей налогообложения оба паркетника сделаны чуть короче 4 метров. Сейчас новинка от Kia носит статус концепта, но если убрать выдвижные ручки дверей, станет понятно, какой будет серийная машина, что выйдет этим летом.